Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял академика Национальной академии наук Серикбека Даукея. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития геологической отрасли, ход реформ, проводимых после учреждения профильного министерства, а также государственные и законодательные меры поддержки изучения недр. Касым-Жомарту Токаеву были представлены предложения по внесению поправок в кодекс о недрах, усиливающих роль государства в проведении геологического изучения и рационального использования недр. Президент отметил особую важность дальнейшего развития отрасли, применения современных научных методов с целью открытия новых месторождений и увеличения запасов минерально-сырьевой базы.